Летом работали во благо города, а сейчас готовы помочь всем, кто нуждается в их помощи. Активисты молодежной биржи труда в свободное от учебы время примеряют на себя роль тимуровцев. И надо сказать, им это очень даже нравится. Быть современным тимуровцем несложно, считают волонтеры Ленинско-Кузнецкого. Главное – выполнять обязанности, то есть помогать. Нужно с душой полной доброты. Сегодня нам нужно протереть пыль, помыть пол. И нет, это не сложно, это даже в радость. Надо больше делать таких добрых дел, потому что волонтеры всегда нужны и помощь всегда необходима. Привести в порядок перед зимней стужей балкон, освежить полки от пыли и помыть полы. Кажется, для молодых ребят фронт работы небольшой, но какой важный для Людмилы Николаевны Мешковой. Пожилая женщина всегда рада встретить помощников, вспоминает, как раньше в советские годы тимуровцем был каждый пионер. Мама моя еще, когда она говорила, ну, мама тоже одна жила, в таком же старше была, сестра и старше, говорит, маме, ну, ты, говорит, тимуровцы, пионеры, пусть придут тебе все периоды, она жила в своем доме. А по много, ты вас сейчас немного, тогда целый класс может прийти было. А мама говорит, они, говорит, мне больше натопчут, только не забудут. А как все, да пусть бы была у меня квартира, да хоть 40 человек, пусть бы они ко мне пришли. Это всегда, всегда вот эта помощь такая, а сейчас особенно. Сегодня ко мне пришли девочки, молодцы, какие молодцы, они пришли с настроением, чувствую, что пришли с целью помочь, бабушке помочь, как хорошо. Список добрых дел у волонтеров молодежной биржи труда большой. Впереди зимняя пора, а значит, надо готовиться к борьбе со снегом. У нас всегда была волонтерская помощь, адресная помощь в качестве приоритетных направлений. И мы точно так же будем это продолжать развивать, действовать, помогать людям, помогать населению. Мы рады, что понимается важность оказание адресной помощи, оказание заботы, оказание внимания. То есть это связь поколений, а это дорогого стоит. Волонтерство – дело, конечно, непростое, но с каждым годом таких ребят в молодежной бирже труда становится все больше. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.